Это какой-то территория какого-то заброшенного замка. Ну такие, конечно, интересные конструкции. Но пойдем с вами дальше. Тут когда-то текли, видать, ручьи. А, ну он еще течет до сих пор что-то. Красивое такое атмосферное место. Уже почки распускаются. Так, ну вот мы уходим к какому-то уже интересному строению. Ну что ж, пойдемте. Посмотрим с вами внутри. Что здесь? Закрыто. Ладно. Что, ребята, сейчас от увиденного вы офигеете. Смотрите. Просто заброшенные автомобили. Пойдем дальше. Мы продолжаем с вами дальше. Так. Идем, идем. И все разбросано. Такое. Ну вот такая французская. О, полы уже чувствую гнилые.
Все обваливается, разваливается. Просто только посмотреть. Старый телек на комоде. Еще пишущая машинка. Кухня. Здесь какая-то комната была. Еще что-то тоже. Кухонные подсобные помещения. Холодильник стоит. Пойдемте сходим с вами на второй этаж. Все фото являются фотографии, наверное. Фотографии хозяев. Кассеты какие-то. Кровать такая. Уже, конечно, разандалины. Все. Но сохран все равно офигенный. Ну, ванная комната. Во. Смотрите просто. Сохран. Ну, здесь просто комнат уже ничего не осталось. Вот это терраса. Да, тут, конечно, бродить довольно-таки может под чердачные помещения. Уже крыша. Все гнилое, все может в один прекрасный момент рухнуть. Это, наверное, была детская какая-то, девчачья комната, я даже думаю. Потому что все в розовых цветах. Ну, в принципе, и все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ждите новые видео.
Еще одна комната. Эти стол. Вазы какие сохранились. Вот все. В таком офигенном сохране. Еще одна часть комплекта. Сантехника вся целая. Смотрите, какая стойка сохранилась просто в офигенном состоянии. Второй этаж. Давайте с вами поднимемся. Ну тут, в принципе, уже не так все сохранилось. Да, здесь пустые комнаты. Пол под ногами шевелится. В принципе, можно заходить.